Здравствуйте, меня зовут Иван Алексеевич Шестаков, учитель 12-й школы города Якутск. Сегодня рассмотрим задачи по геометрии второй части ОГЭ. Обязательно в задачах по геометрии нужно знать теорию. Мы сегодня рассмотрим теорию некоторых задач. Рассмотрим следующую задачу. Прямая параллельная стороне АС треугольника АБС пересекает стороны АБ и БС в точках М и Н, соответственно. Найдите БН, если МН 16, АС 20, НС 15. Нарисуем сначала треугольник АБС. И прямую МН, которая параллельна АС. По условию МН 16, НС 15 и АС 20. Нам нужно найти БН. Обозначим БН через Х. Для этого рассмотрим два треугольника БМ, БНМ и БЦА. Так как прямые параллельны, то соответственные углы равны. Запишем. Угол БНМ равно углу БЦА. И у этих треугольников один общий угол B. По первому признаку подобие треугольников, эти треугольники подобны. Угол B у них общий. И треугольник БНМ подобен треугольнику БЦА. Так как треугольники подобны, то и стороны пропорциональны. Запишем нашу пропорцию. БМ на БА равно БН на БЦ и равно МН на АЦ. Из этой пропорции мы рассмотрим только вот эту часть. Так. И BC запишем как x плюс 15. BN у нас x. X деленное на x плюс 15 равно МН на АЦ. МН 16, АЦ 20. Решим данное уравнение. 20х равно 16 умноженное на х плюс 15. Раскрываем скобку. Шестнадцать х перенесем налево. Получаем 4х равно 240.
делим на 4 и получаем x равное 60. Вернемся к задаче. Через x мы обозначили bn, то есть ответ bn bn равно 60. Рассмотрим задачу по геометрии. Биссектриса угла B треугольника ABC делит медиану, проведенную из вершины C в отношении 7:2, считая от вершины C. В каком отношении, считая от вершины A, эта биссектриса делит медиану, проведенную из вершины A? Нарисуем наш треугольник ABC. Здесь у нас проведена биссектриса с угла B. Биссектриса у нас делит угол пополам. Обозначим BK. И медиана. Медиана, первая медиана у нас CM. Медиана делит противоположный угол, противоположную сторону пополам. CM. И есть еще вторая медиана, которая выходит из вершины А, С, А, Н. По условию у нас биссектриса делит нашу медиану С, М в отношении 7:2, считая от С. Обозначим здесь 7х. Здесь 2х. По свойству биссектрисы, биссектриса делит противоположную сторону на пропорциональные боковым сторонам. То есть BM, здесь обозначим буквой K, L, BM на ML равно BC на LC. Отсюда можно сразу взять BM через 2Y, а BC как 7Y. MB 2Y, BC 7Y. Вот пропорции. Так как CM у нас медиана, она делит AB пополам. Тогда AM это тоже 2Y. Получаем AB 4Y. AB 4Y. Сейчас рассмотрим треугольник А, Б, Н. Б, Н у нас равно Н, так как А, Н у нас медиана. Тогда Б, Н равно 1/2 Б, Ц, то есть 3,5 Y. Здесь обозначим через P точку пересечения биссектрисы и второй медианы. Так как BP является биссектрисой в треугольнике ABN, то он делит тоже на пропорциональные отрезки. То есть AB на АП равно БН
на ПН. АБ у нас 4Y на АП равно БН у нас половина 7Y, то есть 3,5Y на ПН. Отсюда найдем АП на ПН. АП на ПН это у нас 4Y на 3,5Y. Так, здесь сокращаем на Y. Получаем АП, деленное на ПН, 4 на 3,5. И чтобы избавиться от дробности в знаменателе, умножаем числитель и знаменатель на 2. Получаем 8 на 7. Это мы нашли отношение сторон, на которую делит наша биссектриса медиану АС.